Я вас приветствую, дорогие друзья. Вас области мас приедень. Значит, сегодня адвокат, который представляет меня в Москве, значит, Мурат Мусаев, значит, явился в следственный департамент МВД России для того, чтобы ему передали копию обвинительного заключения. Значит, копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Короче, дело возбудили перед Новым годом, 6 декабря 2019. Дело, про которое я говорю задолго до того, как его возбудили. Короче, я выйду, обязательно вам всем расскажу. Значит, смотрите, ситуация следующая. Самое главное, что я вам хочу сейчас сказать. Меня обвиняют в том, что я отмыл, внимательно, 500 миллиардов рублей. Это примерно по курсу 2014 года. Значит, речь идет о том, что я отмыл 15 миллиардов 200 миллионов долларов. Я побил рекорд Эскобара, Ходорковского, всех самых крупных в мире когда-либо обвиняемых в чем-то людей. Преступников и так далее. Ла Орели Доузеч Зеру Зеру. Вайфин Директ Пи Фейсбук. У него дискутация субъект. Энтрой Мишини Пи Котидиану Ку Дорин Галбин. Диаста Чейкари Вор Сопривязка. У него дискутан детали о части акузатий дебили. Шаму Лудодон. Лоши дела Москва, карим приону, друзья, лоя парчпата настра, урден требдели три месяца, ли масвари температура лака. Бэй, дебиль. С фосмакр. Врю 30 миллионов, 50, 50 миллионов. Кумба, 50 миллиардов, 200 миллионов долларов. Но, ел ну его ляк доктор, ел держа ну его ляк пациент. Его срочно надо изолировать от общества вместе с теми, кто это фабриковали. Здесь ладо узе зеру зеру дискутам. Онлайн, по Facebook, на мишеня. Кудорин Галбин. Значит, на русском языке я выйду в лайв в 21:30. Значит, по Кишиневу, и мы это все с вами обсудим. 56 страниц дебилизма. Вот это дебилизм мы с вами обсудим детально. Это дебилизм должна увидеть вся Молдова и весь мир. Аминь, Богуслав, Гата.